Привет, меня зовут Эд, и сегодня мы будем говорить о красоте, о состоянии нашего лица, а именно о проблемах отеков на лице. Я запишу не менее 10 рецептов различных эффективных советов, методов и домашних и народных рецептов по борьбе с этой проблемой. Все ссылки на новые видео вы будете видеть под любым видео из этой серии. И они будут постоянно прибавляться. И в течение 2-3 месяцев я выложу все эти рецепты. А метод на сегодня такой. Предварительно завариваем чай. Просто завариваем чай. Только не сильно густой. Берем, например, где-то не полную чайную ложку. Чай нужно использовать без добавок. Чисто черный байховый чай без добавок. Или качественный зеленый чай без добавок. Можно чередовать черный с зеленый. Просто завариваем наш чай, одну чайную ложку, завариваем небольшим количеством воды, 100-150 мл. Просто наливаем кипящую воду. Идеально подходит термостакан, можно использовать любую маленькую посудку, чашку и хорошо ее еще укутать. Если чашка у вас специальная, с крышкой, керамическая, толстая, то укутывать не надо. Ждем 30-40 минут, пока все настоится. В принципе, все, там чай остывает, и он уже на дно ложится, поэтому сверху должна плавать уже жидкость без чая. Берем просто, готовим салфетку или специально вырезанную салфетку из натуральной ткани, или в крайнем случае подойдет любой, например, носовой платочек качественный из качественной ткани. Просто смачиваем. И уже все готово к нанесению данной салфетки на лицо. Предварительно делаем самомассаж, быстренький. Начинаем в верхней части лица, двигаемся от центру всегда к краям. Снизу двигаемся немножечко вот так вверх, чуть-чуть вверх. Здесь по прямой, по прямой, по прямой, по прямой. Итак, начинаем сверху. Вот так от центра просто прижимаем нашими пальчиками, прижимаем ткань и осторожно двигаемся. Когда доходим до век, очень осторожно. Нажатие уменьшаем 2-3 раза. И очень осторожно, желательно одним пальчиком, делаем вот такие движения по векам. Вот такие движения делаем. Все, дальше, двигаемся дальше, чуть сильнее нажимаем. Тут у нас носогубные складочки есть. Дальше двигаемся вниз. Вот так все делаем. И все. Вот я слышу, уже у меня тут все потеплело. Это супер. Мы разогнали нашу кровь, разогнали лимфу и пытаемся уже разгонять застойное явление. Все. Потом берем нашу отжатую ткань в чае. И просто прикладываем на лицо. Держим так примерно 10 минут. Можно чередовать зеленый, как я сказал, и черный чай. Только обязательно чистый, без добавок. Потом после 10 минут снимаем данную ткань. И берем прохладной водой, такой где-то 12-15 градусов. Это идеальная температура. Просто умываемся прохладной водой. После этого сидим и где-то через полчасика можно уже наносить там свои косметические процедуры, краситься и так далее, что вы там делаете со своим личиком. Или просто, если вы ничего не будете делать, значит, наносим освежающий крем. То есть не питательный, это все надо делать, конечно же, не на ночь, а днем. А именно наносим освежающий крем. Все, вот такая отличная процедурка для того, чтобы уменьшить отеки на лице.
и впоследствии избавиться, если вы будете постоянно работать и чередовать будете различные мои процедуры. Такую прекрасную процедурку я вам сегодня и рассказал. О ней и рассказал. Спасибо за внимание. С вами сегодня был Эд. До встречи на моем канале завтра. Будьте красивы и пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему миру.